смотрите в новом выпуске видеодайджеста. Сотрудники Skyway Green Tech рассказали о работе в Шардже. Михаил Кириченко поговорил с главным подрядчиком компании в Арабских Эмиратах. Профессор Михаил Орлов посетил компанию-разработчик проекта Skyway в Беларуси. Здравствуйте, меня зовут Дарья, и вы смотрите еженедельный видеодайджест о проекте Skyway. Вышло новое интервью из Шарджи, в котором Михаил Кириченко поговорил со специалистами компании Skyway Green Tech. В интервью Михаил Кириченко представил нового бухгалтера Андрея Павловского. По словам Андрея, он уже работал в Арабских Эмиратах, где провел 7 лет. Теперь этот опыт поможет ему на новом месте, чтобы развивать проект Skyway в Шарджи. Также Михаил Кириченко встретился с Мохаммедом Сабахом, прорабом проекта настройки в Шардже. Мохаммед рассказал, что сегодня на станции струнного транспорта идут отделочные работы, которые могут быть закончены в течение ближайших 2 месяцев. Полное интервью смотрите по ссылке в описании под видео. Во время визита в Шарджу Михаил Кириченко также пообщался с подрядчиком Skyway Green Tech Мохаммедом Галалом. Мохаммед работает в крупных проектах на Ближнем Востоке уже 20 лет. 5 из них в Шардже. В инновационном центре Skyway специалист руководит всеми субподрядчиками и следит за безопасностью. По словам Мохаммеда, он работает в проекте не ради должности или зарплаты. В первую очередь он хочет поддержать технологию, которая может сделать мир экологичнее. Расскажите в комментариях под видео, почему вы поддерживаете проект Skyway. Компанию-разработчик Skyway ЗАО «Струнные технологии» посетил научный руководитель Академии МТРИС профессор Михаил Александрович Орлов. Со специалистом общался Михаил Кириченко. МТРИС – это современная теория решения изобретательских задач, которая помогает специалистам промышленности и бизнеса создавать инновационные решения. Михаил Александрович уже развивал эти идеи в крупных технологических компаниях вроде Siemens, Samsung и Huawei. В ЗАО «Струнные технологии» профессор Орлов встретился с Анатолием Юницким, чтобы подарить изобретателю подписанный экземпляр своей новой книги и обсудить сотрудничество с компанией-разработчиком. Подробности интервью смотрите по ссылке в описании под видео. Это были все новости за неделю. Если вас заинтересовала технология Skyway, вы можете перейти на сайт СВЦ по ссылке в описании и поддержать проект. Подписывайтесь на YouTube-канал и включайте уведомления. До встречи!